При Свято-Ильинском храме города Краснодара начинают работу группы психологической поддержки для родителей и детей. Приглашают родителей, имеющих детей любого возраста, а также детей от 5 до 16 лет, супругов, ожидающих ребенка или планирующих иметь детей, бабушек и дедушек и всех, кто интересуется данной темой. Цель – улучшить существующие детско-родительские отношения, преодолеть текущие разногласия и конфликты между детьми и родителями, повысить уровень эмоционального интеллекта участников группы, развить у них навыки социальной коммуникации. Время проведения. По вторникам два раза в месяц с 17:00 до 18:30. Участие бесплатное, но необходима предварительная запись.